название «Гостевое дефиле». Отлично! Сейчас сюда будет выходить огромное количество персонажей, которые будут удивлять вас разнообразием, яркостью и сложностью своих костюмов. Поэтому, если у кого-то есть крутой костюм, милости просим за сцену. Мы все в вашем распоряжении. Ну что, друзья, вы готовы увидеть «Гостевое дефиле»? Вот назвать меня еще раз. Вы готовы? Еще раз, вы готовы? Молодцы, давайте, соберем все свои силы. И... подожди, стоп. И встречаем. Для начала приготовили вам самое крутое. Встречаем супер-мега-крутую пупер-вселенную. Именно с этого мы решили начать, чтобы зажечь эту сцену и еще больше людей подтянуть к этой сцене. Подтянуть за уши. Встречаем DC Comics! Поехали! Давайте жить крутой музон! Встречаем женщины-кошки! Итак, встречаем, друзья, зеленая стрела! Это были наши женщины-кошечки! Это была Сатана! Черная маска! Зло не укрыться от меня при свете зеленого фонаря! Е-е-е-е-е! Отвечаем следующих героев DC Comics, сумасшедших Харли Квинн! Сумасшедшие красавицы, которые точно знают, как рассмешить! И деньги на ветер! И встречаем сладкие парочки! Джокер и Харли Квинн! Два Джокера и две Харли Квинн!
и немножечко олдскульной музыки. И все это, друзья мои, все персонажи, которые сюда вышли, это DC Comics! Спасибо вам, ребята! А мы с вами все! Еще провожаю, DC Comics громкими аплодисментами. Спасибо нашим супергероям. А теперь, пожалуйста, прошу вас, друзья мои, мы двигаемся дальше. Спасибо. И мы двигаемся дальше. Итак, встречаем персонажи из аниме «Темный дворецкий». Прошу на сцену. Встречаем аниме «Темный дворецкий». Вас не слышно. Это был да!
Ну что, черная кошечка, давайте аплодисменты!
яркую, интересную команду. Прекрасные девушки, которые выбирают очень крутых персонажей. Итак, Тор, женская версия. Аплодисменты. И две Локи, женская версия. Самая популярная вселенная «Игра престолов».
И первый персонаж Маргарет Тиро. И вас не слышно? Итак, друзья мои, а сейчас встречаем Венцелла, Джоффри и Торрен Баратеон. Прошу на сцену. Следующий персонаж прямо один в один похож на сериала. Лорд Бэйлиш! Да-да-да! Я бы сказал, это звездочка нашего Экспо. Давайте, друзья, мы звезды! Итак, друзья мои, все вместе поаплодируем и похлопаем этой группе. Игра престолов! Супер, спасибо большое. Давайте, все персонажи, вперед, аплодисменты, на корм их аплодисментами и энергией. Игра престолов, еще! Супер, спасибо большое. И мы приглашаем следующих персонажей. И мы встречаем... Что вы думали, снова вселенную «Игра престолов»? Серсея Ланнистер и монашка! Следующий персонаж. Принц из принцессы Тютю. Персонаж принцесса Креро. Аплодисменты! Thank you.
из вселенной «Игра престолов» Дайнарис Таргариен. Ваши аплодисменты. Дайнарис Бурерожденная. Следующий персонаж – сын Гарпи. И Маргарет Тиро. Итак, давайте аплодисментами. Это была «Игра престолов». Я думаю, каждый знает этот сериал. Давайте громче. Есть. Встречаем. Фэндл Ту-Ту. Персонаж Желез. И персонаж Вилькор. Нужен громче. Итак, друзья мои, встречаем фанаты Mortal Kombat. Давайте покричим и дадим жару, потому что прямо сейчас на эту сцену выступает и выходит Манчи. Давайте через свой узор. Его красивая женская версия. И мужчин вас не слышно? И мы продолжаем. Мы встречаем Китана. Персонажа из игры
друзья, встречать следующих персонажей. Итак, друзья мои, я думаю, каждый, кто ходил недавно на такие же фесты, знает этого крутого, нереально классного персонажа. Потому что костюм реально стоит того, чтобы просто взорваться аплодисментами. Гайя! Громче!
не слышно. Окей, аплодисменты. Ну а теперь давайте встретим. Ну а сейчас я вообще хочу, чтобы кто знает и читал такого прекрасного писателя, как Толкин, закричали и поддали жару, потому что сейчас выступает вселенная Толкина, Гендальф Серый. Прошу! Давайте еще мистическую музыку.
персонажа из игры Life is Strange. Кейт Марш, прошу! Встречаем следующего персонажа, друзья, Стэн.
людей. Я хочу позвать на эту сцену. Хоть и слово, но прекрасную и красивую. Билл Шифер, женская версия. Это были Gravity Falls аплодисменты! И встречаем, друзья мои, Ава Цукаса, Contact Collection! Встречаем следующую вселенную Vocaloid, персонаж Hatsune Miku. Окей, аплодисменты для прекрасной милой девочки. Встречаем Фэндом Темный Дворецкий, Алоэ Странси и Принц Сома. Вы здесь не пройдете. Итак, один великий человек. 11-й доктор. И... И Клара Освальд. Приветствуем. Star Wars, мистер и миссис Сиф.
персонаж Пера Король Ворона. Yeah.
Пиво! Пичет Джон Камер!
персонажи. Лоуренс, Гордон и Жертва. Ей могли быть вы. И следующий персонаж. Аманда Я. Вас не слышно, все это вселенная пила. Итак, спасибо большое за такое театральное представление. Аплодисменты, друзья! Это была Пила! Продолжаем и встречаем Фэндом, Гитария, Magic Trio! Спасибо большое, друзья! Это были Gravity Falls! Встречаем! Вселенная Доктор Кто! Персонажи! Риверсон! Амелия Понт! Освин! Роуз Тайлер! И Десятый Доктор! И немножечко танца в стиле Волк! Под названием «Дом Кокоро» и персонаж «Русалка» и «Шакал Кабаки» встречаем. Итак, спасибо большое нашим персонажам. Я спешу пригласить на эту сцену персонажа из прекрасной истории и сказки «Алиса в стране чудес» Шляпни! Прошу! Безумный Шляпник просит вас,
Ребята, это называется бесконтактный жонгляж. А точнее, контактный жонгляж. Давайте аплодисменты, друзья. Очень сложный и крутой фокус. Это был шляпник. Я уверен, что у нашего шляпника огромное количество крутых фокусов. Аплодисменты, друзья! Вау, это очень круто, друзья! Давайте аплодисменты! Супер! Давайте проводим аплодисменты Вишнятника! Спасибо большое! Не трой свою лысину! Вот она, безумная шляпа! Отлично! Давайте поподнимем человека, который выставил дураком моего лучшего друга. Аплодисменты! Поехали дальше. Вселенная Элис Мэднес Ритур. И персонаж Алиса Лидел. Yeah.
Хопкинс на сцену! Друзья мои, как они сами просили сказать, все треки выиграли от Рокстар!
будущую вселенную. Я думаю, каждый из вас знает, играл и смотрел этих смешных, ярких, иногда трэшевых, иногда очень жестких персонажей. Итак, Южный парк, вселенная, король эльфов, Кайл, прошу. Итак, его! И первый персонаж – Кирито, Кляй и Сино. Сразу две штуки. Итак, спасибо большое этим персонажам. Мы двигаемся дальше, друзья. Молодцы! Итак, встречаем персонажи из вселенной DC Comics. Джокер!
встречаем, друзья мои, вселенная Звездных войн, Star Wars. По-моему, это первый эпизод Quantum Gym и Dark Moon. Yeah.
Ну что, спасибо, мужчины, давайте. Еще громче аплодисменты. Ну а сейчас, друзья, я вынужден сообщить, что гостевое веселье должно закончиться. Давайте вызовем заключительного персонажа, я так понял. Заключительных персонажей нескольких. И, к сожалению, все. Итак, Вселенная Стивена, Роуз Квартс! Конечно, Крис!
скорее сюда, походите, чтобы вас все видели. Опять кто-то из Бордерлендс. Еще Бордерлендс. Все подтягиваемся ближе к сцене, чтобы не пропустить самое интересное.